маленьких детей? Нет, не едят. Спи. А девочек? И девочек не едят. У кита слишком узкая глотка. А почему у кита узкая глотка? Видишь ли, моя дорогая, когда-то, очень давно, в море жил кит. И он ел рыб, и все, что ему попадалось. Вот так. Вот так. Вот так. И он пожрал всех рыб, и стало в море пусто. Почти пусто. Осталась лишь одна маленькая, хитрая рыбка. А где же та рыба? Почтеннейший великодушный кит! Вы скушали все? Нет, но я голоден. А что вы думаете о человеке? А каков он на вкус? Вкусен, вкусен, очень вкусен! Где он? Скорее! Если ты поплывешь на 50-й градус северной широты и 40-й градус западной долготы, ты найдешь на плоту на середине моря потерпевшего крушение моряка, человека необыкновенной смекалки и ловкости. Thank you.
Берегу. Он плохо воспитан, этот моряк. Он не желает вариться в твоем желудке. В самом деле, отвезем его к родному берегу. Я, чтоб ты опять не съел меня. Ну вот и сказки конец.